Здравствуйте, дорогие друзья! Славного ныне, любимые! Славного ныне, драгоценные! Все, кто нас любит и все, кто нас слушает! Мы сегодня, друзья, приняли очень важное решение. Очень важное решение, которое, я знаю, оно будет для многих и большинства из вас очень радостным. Ну и, конечно, как всегда, наверное, немножко резонансным. Это будет подарок, реально. Это будет для многих подарок. И прежде всего я хочу сказать, что мы завершили наш проект, называемый «Школа апостола Павла 2024». Почему я говорю только сегодня о том, что он завершен? Потому что на самом деле продолжалась регистрация на видеоматериалы, и многие из вас с жаждой прямо устремились, чтобы быть участниками в этом проекте. Вы большие молодцы. И на сегодняшний день регистрация уже закончилась. Она закончилась 3 июня. И знаете, мы словили себя на таком чувстве, на таком странном даже, я бы сказал, чувстве, логическом чувстве о том, что как же будет с теми, кто так и не зарегистрировался. Друзья, мы так хотим, чтобы наше послание, наша трансляция, наша единая целостная вот эта трансляция с престола дошла до всех уголков Земли, облетела всю планету, что мы каждый день думаем над методами, способами, шагами, путями о том, как это сделать. И, конечно, в этом есть целый перечень разных условий, разных возможностей. Это и возможности такие вот, что мы делали эту регистрацию платной, потому что это не просто, это, знаете, оплата за Слово Божие, это ваше участие в проекте. Потому что Слово Божие, оно, как написано, даром получили, даром и давайте. Но есть проект, который призван достичь, это имеет свою экономическую составляющую. И прежде всего хочу сказать всем тем, кто согласился платить. Вы настоящие цари, вы настоящие сыны. Не то, чтобы кто-то другой не настоящий, но есть момент воплощения и явления. Вы те, кто платит, вы те, кто готов ходить самыми, что ни на есть, воротами. Я хвалю вас от всего сердца, потому что я сам такой, я никогда не люблю, чтобы за меня кто-то что-то платил. И я люблю садиться с уверенностью, что я могу за это заплатить, да, входить воротами, участвовать финансами первой. И я это всегда делаю. Мне очень радостно, что большое количество из вас, вы согласились на это. Я знаю, что у многих из вас это были не лишние какие-то финансы, это были важные для вас деньги, но вы, как и мудрый Соломон сказал, всем имением решили покупать главное. А главное – это мудрость. Это то, что дает познавать, то, что в тебе, кто ты, кто отец. И поэтому я очень хвалю всех тех, кто зашел на платную регистрацию. Велика ваша награда. Ваша награда велика. Вы действительно те, кто поддержали и наше служение, и нашу трансляцию. Вы способствовали расширению, потому что эти финансы, они действительно важны. Я не люблю петь никаких дифирамб, деньгам, но тем не менее, финансы важны, они на своем месте, а мы на своем месте. Мы на престоле, и все золото у нас. Теперь хочу сказать немножко о тех, кто ходит следом за такими, как вы, сынами, ну, что называется, по самой, что ни на есть, благодать. Знаете, вот я скажу здесь важное откровение. Есть те, кто создает благодать, а есть те, кто пользуется благодатью. И Иисус об этом сказал, что вложение давать. Вот те, кто дает, те, кто высвобождает эти финансы, конечно, я бы сказал, чувствует себя счастливее. Но есть также и для тех, кто по каким-то причинам не смог или, может, даже и не захотел, у нас все равно есть для вас благодать. И вот об этой благодати мы хотим сегодня вам объявить. Благодать такая, что начиная день выпуска урока Академии Божественности, друзья мои, наш подарок – это мы начинаем выкладывать школу апостола Павла 2024 в открытый доступ. В Академию Божественности. Вы знаете, что она идет по пятницам, но есть еще одна хорошая новость, что школу апостола Павла 2024 мы будем выкладывать по понедельникам и пятницам. Ближайшие пару недель, а потом она войдет в свой обычный режим, будет по пятницам. Итак, в чем же наш подарок? Наш подарок, еще раз я говорю, в том, что школа апостола Павла 2024 появляется в свободном доступе на YouTube-канале Андрей Яковишин. Я верю всем сердцем, что вас это порадует. Ну и если вы вдруг платили за регистрацию последние дни, вы вдруг, возможно, подумали, вот зачем я платил, ведь если бы я не заплатил, я бы сейчас вошел. Вам нужно посмотреть то, что я сказал перед этим. Реально вы блаженны, вы молодцы, вы красавчики, вы счастливчики. Итак, я надеюсь, наш подарок радует вас. Это, знаешь, мне напомнило как Рождество. В Рождество – это праздник, вообще день рождения Иисуса Христа. И принято всегда подарки дарить имениннику. А Иисус – это такой день, когда Иисус, Он сам раздает подарки. Это такой, реально волшебный момент, когда каждый человек, это вот, знаешь, как коллективное сознание, он получает от Него подарки. И поэтому мы изначально даже так и решили, что в день рождения Иисуса Он сделает точно так же. Раздарит
подарки для каждого. Я знаю, что этот подарок, он очень сильно обогатит вас. Особенно, если вы приняли в этом, ну, имели в этом свою часть, вот даже в финансах. Это будет что-то просто невероятное, особенное. Вот поэтому будем вместе наслаждаться этими уроками и просто ликовать от счастья. Да, дорогие друзья, и спасибо всем тем, кто поздравлял меня с днем рождения. Я получил огромное излияние любви. Это одна из составляющих, это мой ответный жест на все это. Да. Спасибо и приятного просмотра. Пока.